Всем привет! Значит, показываю своих маленьких курочек, которые вывелись 3 месяца назад. Сегодня у нас 6 ноября. Они у нас вывелись 8 августа. Вот, 2 дней им почти 3 месяца. Вот этот гибрид Loman White. Здесь у нас 18 штук. Посадил я в общий курятник с большими курицами их. Пересадил я где-то их в 2,5 месяца. Немножко они тут с курочками подрались немножко, но их много. Они взяли верх. Теперь они тут хозяева. Так что с 18 штук у нас здесь 7 петушков, 11 молодочек. Так что через месяц, в 4 месяца они должны нестись, начать. Так что сделаем следующее видео. Как только они занесутся, сразу будет видео. И мы покажем, насколько же хороши эти курочки. Еще раз напомню, это порода, ну не порода, это гибрид Loman White. Значит, в 4 месяца они должны уже начать нестись. Вот мои старенькие курочки уже тут, такие общипанные. Они хорошо неслись в этом году. Весну, лето, вот осень, вот перестали только сейчас, когда настали холода, они перестали нестись. Ряды, конечно, их потеснели. Мы тут оставили самых лучших. Так что, до скорых встреч. Всем пока, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Через месяц увидимся. Посмотрим, как они занесутся. Всем пока.